В обновленном здании библиотеки номер 8 на Николая Панова ее только на днях открыли после масштабного ремонта. Непривычно шумно. Неудивительно, в этот день здесь решается судьба Октябрьского района Самары. Жители этого участка одни из самых активных. Утром сделать свой выбор приходит и глава администрации Самары Олег Фурсов, не один, вместе с двумя сыновьями. Они пока только наблюдатели, им нет еще 18. Но Олег Борисович считает, гражданскую активность нужно воспитывать с детства. То завтра начнется отчет совершенно нового времени для нашего любимого города. С завтрашнего дня нам будет понятно, кто будет работать в районах. Я думаю, что власть станет достаточно качественной, профессиональной и очень требовательной как к себе, так и к тем обязанностям, полномочиям, которые переданы на районный уровень. Реформа местного самоуправления, считает Олег Фурсов, поможет преобразить и его родной Октябрьский район. Вернет ему былую славу самого благоустроенного уголка Самары, каким он считался в советские годы. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.